И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival. И сегодня мы пойдем томить Диадонка. Вкратце. Около синего обелиска. Начнем с того, что у меня винтовка синяя. Я решил взять именно синюю, не создавать легендарку, хотя у меня есть ресурсы, но почему-то решил, что сделать так. И есть улучшенные транквил дротики. И мы пойдем томить Диадонга. Сначала я нашел Диадонга 116 левела около синего обелиска, около пещеры. Но, подойдя к нему, я понял, что он под землей. Да, он просто забагнутый под землей, и в этом была основная проблема. О, я могу даже назад вернуться, класс. А потом я пошел искать Диадонга нормального левела, но чтобы, был не забаганный, скажем так. И вот, Диадонг, 112 левел, у нас уже имеется. Погнали. Очень удобно тем, что он около ледяной пещеры. Ой, ледяная пещера, господи. Около ледяного пика, ледяной вышки, горы. Пика, вышки, горы, господи. Все, собрал в кучу. Очень хорошо тем, что у меня здесь от волков, от томления волков и саблезуба осталась томилка. Я, конечно, с собой взял в инвентарь, положил в Аргентависа эту самую, такую же томилку, но... Зачем она нужна, если я могу заюзать то, что уже имею? Так. Вот она, та самая томилочка. Здесь у меня телепорт на вышку как раз. И все просто замечательно. Так, ты у меня стоишь на пассивке. Отлично. И... Чпаньк. И давай посмотрим, что у тебя по томлению идет. Ну, я так скажу, улучшенные транквил дротики с этой винтовки примерно то же самое били по этому. По саблезубу, столько же оглушения, с уроном в 200, что ли, арбалетом. То есть, да что такое, запрыгнуть не могу. О, я мясо не взял, вот лошара. Кстати, мне нужно не мясо, мне нужно киблы. В общем, это было примерно такое же оглушение, как и у арбалета. Но единственное исключение. Здесь дамаг 141, а там дамаг полетели 400, почти 500. Кстати, убрал томилку, она здесь точно уже не нужна, только место занимает. И что самое главное, что самое кайфовое. Так. Это вот эти яйца работают на создание киблов. Это просто кайф какой-то. Так, погнали, погнали, погнали. Очень удобно, когда у тебя много бензина в инвентаре. Ты можешь всегда единичку кинуть, весит нифига, но можешь всегда единичку кинуть туда и счастье получить. Так, хоп, 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 отлично, ждем. Так, наделываем отличный корм из додо яичек. Потрясающе, просто потрясающе. Вот эти вот корма, это что-то с чем-то, она реально оказуаливает все, то есть тебе не нужно сейчас 100-500 тысяч дина, чтобы притомить, точнее создавать все киблы. Прилетаем на ледяную гору. Вот она, Свинтус спит. Кстати. Вот на той горе заспавнился этот гига. Давай делаем так и вот так сразу же. Шоп!
Ты, собака, не начал жрать у меня вот это вот все мясо. О, отлично. Киблы. Блин, а нафига я их столько сделал? Нужно было всего лишь еще один свет поверх того, что у меня было. Но. Теперь у меня есть. Ядонг. Хорошего, я так вам скажу, Лефа. Так, вернем его на базу. Отсвистеть сразу, отлично. И пойдемте, я вам покажу, про что я говорю. Гигам. Собака, ненавижу эти долгие прогрузки. Прям терпеть не могу. Гига. Так, блин, где он там? Мать твою за ногу, да пошел ты в жопу. Дебилы! Страшно же было! Да жути! Подожди, это альфач, что ли? Блин, непонятно было. Так, ну-ка туда. Если фото альфач, то кранты тебе. Альфа-раптор, ятишки, у тебя пусатишки. Ну ты и... Трында тебе, короче. Сейчас только вот... А делаем так. Самое главное раскрыть парашют вовремя так, чтобы быстро лететь, но не свалиться. Да что ж ты еще-то? Собака. Да приземляйся уже! Что в тебе? Гига, говорю. А не рапторы. Стая рапторов. Еще и альфа. Ужас. Где-то ты здесь был, гигушечка. Ну, если что, план отступления у меня еще в двойном экземпляре есть. О! Если гига, и аллозавры. 68 левел гигантозавр. Я же правильно сказал? Да, гигантозавр. Ну, почти. О, пропустил. И, собственно... Кстати, нигде не забаканная. Почему она здесь стоит? Она здесь стоит, вот так вот стоит уже. Фиг знает сколько времени. Просто до жути. И я сейчас хочу ее попробовать витамить. Дротики есть, но сделаем дротики еще. И тогда сделаю все-таки легендарную винтовку. Чтобы она была побасовее. И попробуем притомить гигу. Почему бы и нет? Время-то есть от серии же, да? Так. Винтовочка готова. Сраного туча дротиков готово. Единственное, что я не помню, супер подойдет для него или нет. Не подойдет. Нужно желтенький. Ну, благо делается это буквально из говная палок. Там единственные проблемы были с яйцами, но яйца оплодотворенные яйца дуду тоже канает. Мне их просто много, надо от них избавляться по количественным. Делаю 20 штук, я думаю, 20 штук хватит, учитывая то, какие у меня тут рейты на томление, их точно хватит. Даже с запасом, я думаю, только штук 10 хватит, но это фигня. И еще у него торпор сильно сбрасывается, прям очень сильно быстро, поэтому возьмем еще вот эту канаху. Портится говно. Так. Ну, ждем, блин, пока сделается. Ну что, погнали. Возьму я, пожалуй, Птера. Он побыстрее будет, чем Аргент. И выдвигаемся. Конечно, лучше бы... Блин, сложно сказать, что лучше. Ладно. Оставим Птера здесь. Твою мать. Не нажал приземлиться, уже полетел. И посмотрим, что из этого выйдет. Без понятия, сколько я ему сейчас торпор нанесу. Но рассчитываем примерно на 3000 за дротик. Ох, мать, через мать, 3000 за дротик. Кстати, 17 дротиков, это не так уж и много. Че я думал так много? Ну, это при расчете на 3000. О, тут
тут даже 4000, даже больше 4000. Кайф. Ты бы еще, конечно, ко мне бы не поднялся, вообще было бы кайф. Так, вот ты там не мешай. Ой, о, не, попал. В хвостик. Еее. А ну нафиг, живое! Так, Герчик, иди домой, иди в жопу. Ёб твою ж за ногу, чтоб я еще раз без ловушки утомил. Это ж страх, господь, какая ужас! Ужас! Ну, если что, у меня есть парашют, и я надеюсь, что я сдрапну от него. Телепорт мне точно здесь не поможет. Ох, страсть это мордасть. Куда ты лег, етишки? А, срань! А, во, вижу. Оп, щоп, нажал. Что? Слышь, жопа, срань, твою мать, косел. А. В общем, пока я туда-сюда бегал, уже Таркор спал. Ну, классно теперь. А ты, надеюсь, здесь не поднимешься? Мать твою! Черт! Я здесь потерялся в этих. Ах ты ж гнида! Спустился вниз, он упал. Так, и топора у тебя уже нет, да? Ну, практически, можно так сказать. Слушай, без ловушки ты реально это... Еще тот гемор. Ну, как бы... Тут природная ловушка. Пошел взад! Не! Из ловушки тебя томить точно не буду. Фига себе, просто забрался, козел. Дерево полов... Дерево-то тебе что сделало? Вот и лети туда теперь. Давай, разворачивайся. Ты что ж такое? Пожалуйста. Так, где тебя можно пробовать томить? Вот этот уступок мне нравится. О, слушай, какая хорошая штука. Только ни черташеньки не видно. А вот так видно. Козёл отошёл. Слышь, дротики-то... Денег... Ох ты ж козёл. Так, погоди. А на какой я уступок собирался идти? Мать твою за ногу. А может ты приземлишься уже? Да пошел ты! Так далеко стрелять точно бессмысленно. Так. Это уже весело. Погнали наверх. Не думал, что будет настолько жестко. Хотя, чего я ожидал? Ну, блин, мне повезло. Нифига себе, он кусанул наполовину. На... какой там? Ну, еще полтора укуса выдержит броня и все. Но не кисло кусанул. Так. Ночь еще наступает. Жаль, как в Майнкрафте пропустить ночь нельзя. Так. У меня другая проблема, смотрю. Я его не вижу. Вот ж козел спрятался. Надо еще этих рапторов завалить. Козлы. Кстати, я там одного лозавра оглушил же. Тоже будет не забыть про него, он скоро проснется. Если уже не проснулся. Ну, задница.
Видеть-то я ее. Ее? Же, точно. Вижу. Но это мне ничем не поможет. А, почему? Потому что я в таком месте, где от меня останется мокрый кусочек. Кстати, я искал не в той стороне, я пошел в ту сторону, она же с этой стороны точно. Я потом уже, спустившись пониже, понял, что я же этот, с другой стороны видел эту местность. И эта местность примерно здесь. Мы погнали еще раз по новой наверх. В целом, среди множества глупых идей мне приходят и хорошие. И можно Гику притомить без ловушки. Но для этого мне нужно найти для этого хорошее место. Ах ты ж ешь. Похлюбка Лазарев. Просто суперская штука. Так, где еда? Во. Найти не мог еду. И вот смотрю, а здесь-то места нету таких. Мне, значит, нужно Гигу увести, да, примерно туда, к зеленому обелиску. И сейчас, я думаю, это я и буду производить. Но на лето нет. Ну вот примерно такой вариант. Очень вполне подходящий. Но без должной проверки томить начинать не стоит. То вдруг он как там не бежит, просто оббежит, так сказать. И ему будет нормально. Ну, пока что. Пока что все окей. Но это не означает, что все нормально. Да, окей, нормально, это разное. Если что. Так, иди сразу дерево. Ты мне мешаешься. Так. И серьезно? Ну вы в натуре, а? Вот просто вот, вот откуда вы беретесь, а, козлы? Это было не вовремя. Никого вроде бы нету. Ну давай еще раз попробуем. Здесь, по идее, уже радиус другой. Дерево. Так, снова пробуем. Попал по хвостику, но попал. По тебе же я попал. Или не по тебе? Ну, кто-то, значит, сейчас в болотах спит. Не, не по нему попал. Потому что если бы по нему, то вот это точно уже по нему. Он согрелся на меня. Нет, слушай, я что, и тогда что ли по тебе попал? Мне не нравится это место. Мне кажется, как будто он сейчас здесь заберется. Про что я и говорил? Мне же не нравится мне это место. Так, окей. Вот это место лучше. Я все еще хочу попробовать его притомить без ловушки. Рано я слез с седла, походу, делал. Ага. И что у нас здесь? Так. У нас здесь что-то интересное. Ага. Давай, родненький. Давай. Опа. Почти. Так. Блин. А недалековато ты убегаешь? Уважаемый. Я. Уважаемая я.
Все-таки тебя лучше к обелиску закинуть, да, попробовать? Там меньше беготни будет от тебя. Райк, ты чё за безумец? Ну окей, я понял. За братью не вступился, это хорошо, это одобряю. Алло, шли! За мной, дальше. Экс. Отлично. Попробуем сейчас сделать так. Большие капканы и телепорт. Да. Ну, посмотрим, что сейчас выйдет. Так, надо его приманить сюда. На это он уже практически не реагирует. Собака, по крайней мере, так далеко. Ну, установил как смог. О, не реагирует. Круто. Вот только интересно, он встанет в них или нет? О, встал! Да ладно, серьезно что ли? Так это сработает? То есть я зря сейчас только мучился. Не, ну хотя ладно, здесь площадка прямая и так далее, так что не зря мучился. Вот еще один капканчик. Неплохо. Должен еще один сработать. Ах ты ж собака, за головой ушло. Так, и что мы имеем сейчас? Половину. Уже лучше. Но, чувак, у меня еще 10 капканов в инвентаре есть. Я еще их поставлю. Блин, вот еще бы попадал бы каждый удар, вообще было бы хорошо. Но, по крайней мере, понятно, как можно установить. Блин, круто! Я даже не думал, что эти капканы сработают. Не, ну там на вики, конечно, написано, что они сработают. Но я не думал, что сработают. Типа, камон! Гига и капкан, но... Ну, штука хорошая. Хотя, смотри, вот опять-таки, вот сколько времени, да, он бегает, он даже не в капкане. А все равно... Ах ты ж собака, обошел-то мимо. О, я по хвосту попал. Ну смотри, вот и побежал. Вот и побежал. Ему остался один дротик, а он побежал. Ну не козел ли? Вперед! В болото! Ты серьезно, тварь? Ты что, офигел что ли? За мной! Дебил. Ка. Давай, 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 давай! Опача! И в капкан давай уже вставай. Собака. Ну-н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 у. Да ты серьезно что ли? Да у тебя сейчас оглушение спадать начнет. Покушала! А теперь давай сюда иди. Еп! Все еще страшно. Да ёп! Давай, 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 сюда! Оп! Полетели! Сраное дерево. Не бог, это сраное дерево меня бесит уже! Я его срубал вроде бы. Или не его срубал? Экс? Серьезно? Иди сюда! Хорош агриться на всяких нехороших, кто тебе не может в ответочку. Вот чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Да, я тоже не могу, и чё? О! Не ловей, мать твою! Да ты, тварь, собака! Не, я просто пофигу будет, а так хотя бы нервы немножечко успокоится. Проблема в другом. Арбора практически уже нету. То есть мне сейчас по новой набивать.
Ладно. Заход номер два. Бегает по горам. Вот здесь вот тоже не кисло так стопается. И убегает далеко. Значит, берем вторую серию капканов. И расставляем вот так. Сейчас я тебе устрою, собака. Не, погода явно не на моей стороне. Но ты смотри. Просто какой сраный туман. Ужасно. Ночью, кстати, тоже был туман. Дебильный. Ну вот, вы видите Гигу? А вот прикинь, в темноте просто. В этом тумане подлазит к тебе. Уже сколько раз так было? Я тут уже это, кирпичный завод открыл. Когда летишь, он просто у тебя перед носом практически. Сраный, убогий, ублюдочный туман. Ненавижу его здесь. Прям реально. И он здесь так часто на этом острове, что просто аж бесит. Ну и туман как раз заканчивается. Точнее, закончился. Вот и стой здесь! Паразавр! Гнида сраная! Ты серьезно? Он в капкан встал. Ну не ублюдок ли, а? Сдвинулась, блин. Я в голову метился. И пошел, как ни в чем не бывало. Я тебя пристрелю, я тебе кричу. Да ты серьезно? И голову убирает, когда я в голову стреляю. Я еще за капканами сгоняю домой. Ты это, короче, так я это дело не оставлю. Блин. Но ты же наступаешь в них. Какого черта? Надо подождать. И приманить сюда, этот тварь сейчас тупая опять на нулевых убежит. Там же нет капкана. Паразавр, что ли, того захавал? Так ему и надо, дебилу. Капканчик некрасиво поставил. А, подожди, так он мимо него проскакал уже несколько раз. Ах ты ж козел. Эта тварь тупорылая опять встала в очередной капкан. Ну ты посмотри, а просто второй капкан раскрыла. Да, я убил паразавра вместо того, чтобы стрелять. Только толку-то все равно. Это бы точно так же бы сдриснул. Это просто, я вам хочу, с ловушкой его томить намного легче. А без ловушки это... Это прям проверка твоих нервов. Сможешь или нет. А вам слабо называется. Не, ну это ладно, это еще хотя бы не топовый. А ты серьезно, я думал, ты в эту сторону бежишь. Если было бы топовый, то вообще бы там был бы огонь. В плане оглушения и того, сколько накидывать. Хотя, может быть, дольше бы сидела. Ну, фиг знает. Тоже дело такое непонятное. Не, у меня сейчас дротики закончатся. Надо по новой нити. О, встал! Да ладно, ты серьезно?
Братан, справляйся как хочешь. Я в тебя верю, Птер. О, имбецил. Спит, да ну нафиг спит. Офигенно. А, отлично. Да ну нафиг, дрыхнет. Да иди тебя растуды. Ты серьезно? Вот он сейчас просто, вот это серьезно? Да, кулаками. Я хотя бы немножечко нервов растраченных вернул на место. Ну-ка, давай-ка. Нужна одна кормежка, что прошла. И посмотреть, эта тварь что-то нанесла или нет. Ты серьезно? Надо было ее вваливать. А нам. О, отлично. Ждем. Так, кормежка прошла и. Ну слушай. 98,7%. Ну, один левел максимум потерял. Я согласен. Я реально согласен. И, кстати, да, у меня очень жесткая система томления. Потому что это локалка. Потому что нафиг в жопу. Все. Я играю для удовольствия, а не... Хоть как в жопу удовольствия. Сколько сейчас этот раптор нервов потрепал. Это ужас просто. Но покушали. Хорошо все. И еще одна кормежечка и все. И все будет замечательно. Сейчас вот так вот еще накидаем. Побольше сразу. Кстати, да, есть такой это прикол на серверах, по крайней мере, точно работает. Типа накидываешь на РКБ, не знаю, как сейчас, но сколько месяцев? 8, ну, почти годик назад точно работало. Типа на РКБ-риками лучше всего там. Типа, ты скармливаешь наркобэрик. Ну, точнее, оглушение сбрасывается. Ты скармливаешь наркобэрик, а пока накидывается торпор, торпор не избавляется. То есть, да, наркотиком накидываешь сразу и много, но наркобэриком по одной штучке кликать, это намного выгоднее. И ты, типа, гигу можно на наркобэриках томить и оглушать, типа, и нормас будет. То есть, ты вот так сидишь, вот так вот, хоп, подождал, накидывается, то есть, вот, хоп. Подождал, накидывается, хоп, опять накидывается, хоп, опять накидывается. И вот так-то, типа, ты торпора больше накинешь. Причем, допустим, здесь вот наркобэрик, да? То есть, то он сам накидывает, и при этом еще это... не дает убавляться. Я так астроиды стомил. У них тоже ядрено просто сразу же скидывается в хламину все вниз. И такой, да какого черта ты, тварь? Ва! 35 минут почти. Класс. Не, ну... Способ с капканами, по крайней мере, точно никогда не использовал. Я их вообще никогда не использовал, эти капканы. Классная штука, но паразавр мне нервов потрепал и раптор. Паразавр два капкана закрыл, в который мог на гига встать. И раптор, который куснул-таки. Куснул спящую гигу. Да. Ладно, ждем. Уги! Вот это я понимаю! Классно! Классно! Так, на нейтралочку сразу тебе.
Гига мне пригодится для... Да, конечно, здесь сразу ХП стало меньше и так далее. Но гиг мне пригодится для зачистки всего, что есть, и чтобы обновлять респ. Да, я могу типа команды, но команда такое себе тоже. Там они все сразу же удаляются. Да чё ты не жмешься-то? О, сколько раз нажал. Они типа там все удаляются. И там... Фигня! И чё не жмешься-то? Все. Просто супер. Кстати. Прям как чувствовал. Держи. Фу, классно. Так, теперь летим домой. И вызываем... Ай, етишки, пассатишки. Вызываем гигу сюда. Вот это я понимаю. Так, стоп. Седло. Быстрее, седло. Здесь же у меня нет седла на гигу. Случайно. На, не уб, а ги. Отлично, нету. И делать стану, я не помню, где я в станке или в верстаке. Вот оно. Делаем одно седло. Делается вообще прям по фигне. Копеечный. Кстати, да. Ну, дротики я практически все потратил, так что исчезать нечего. Куда я наркотик скинул? Какого фига я сюда вообще тебя скину? Додумался, во. Аж не портится, зачем она здесь будет лежать. Погнали! Врум-в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 рум, быстрей! Отлично. Текс. Выносливый здесь, конечно. Оу, выносливый вообще нет смысла качать. Оу. И бегать нельзя. Так, а чё у тебя вокруг? У тебя чё, до сих пор торпор, что ли, накидывается? А, нормально, кстати, я так наркобериков, наркотик напихал. Торпор до сих пор накидывается. Оу. Так, не, слушай. Погнали. Сразу туда. Вот как сейчас тпхнуть? Отлично тпхнулся. Прям как надо. Здорово. А то бывали здесь проблемки раньше. Но это было очень давно и очень неправда. Так, здесь же я все открыл уже. Не открыл. Сейчас, секунду. А, не, фигня, вот только что уже открыл. Господи. Эти сундучки не открываются, поэтому не видно. Точнее, заметки не появляются, поэтому не видно, открыл или нет. Слушай, погоди. Вау, вон то, что тогда открытое, то закрытое. Короче, фиг знает, почему он отображается закрытый, если она открытая. Да и в целом по левелу видно, что не кисло так вкачался. Ну а чё еще качать? Ну здоровечко, вообще нет смысла качать. Выносливость нет смысла качать. Только урон. Вот хоть как-то поможет сбросить это. Накидал я, конечно, тут не кисло. Так. А, кстати. Ну ладно, сейчас взглянем. Нет, все говно. О, 72 левел. Классно. Так, снимаем. Погнали. Убивать альфика. Ну, только телефон надо убрать из рук. Вот это я понимаю урон. Сейчас по другим гляну, там просто был до этого 400 урон. А тут 1400. Хо-хо-хо-хо-хо. Классно. 15 левелов, вот это вообще огонь. Пошла жара, еще больше урона. Так, что тут у нас? Ну, арбалетос. Все еще накидывается.
нормально я так. Или подожди, или торпор это у него постоянно накидывается и без этого. Ну, самое главное, им еще и не упасть. Что? Самое главное. О, огонь! Огонь! Вот это я понимаю, урон так урон. Добрый вечер, господа и дамы. Классно! Классно, классно, классно. Кстати, а ты на меня раскачался, нет? О, второй левел! Кайф! 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 Теперь я качаюсь, у меня будет 6-й левел. Супер! Супер, супер, супер! Я получу наконец-то хоть один левел. Вот такие вот тарот. Делишки. Ты смотри, какая красота. Так, ну куда, кто голову опустил немножко. О, да. Ну, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Долгая получилась серия. Но прикольно. Как минимум, эмоциональная. Да, все было супер. Ну, на этом все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, мне, конечно, делиться моим видео с игре. Это все. Всем удачи. О! Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.